живых, шесть живых, и я. Зона пошла. Все, это топчик. Стопудово, пацантра. Это топчанский. Я вам отвечаю, это топчик. Это просто топчик. Это топчанский. Что это было? What the fuck, motherfucking mama? Че это было вообще, а? Как ты здесь лежишь у камней? Всем здорова, это Шмыга, и вы на канале у Шмыга ТВ, или вы не на канале у Шмыга ТВ, в смысле, ну проверьте, ну вы на Ютубе или на Ютубе, Ютубчане, проверьте, ну вы где, вы на Шмыга ТВ или на Шмыга ТВ, вы кого смотрите вообще, если вы не смотрите Шмыгу, вы, ну вы писосы, конечно, ну и так по секрету, конечно, да ладно, вы не писосы, вы, ну нормальные чуваки, просто вы не знали обо мне, ну а теперь узнаете, и теперь посмотрите, как я играю, или не играю, или... Хреново играешь. Как ты играешь? Ты хреново играешь или нормально играешь? Короче, смотрим наш видос или не смотрим наш видос? Я не знаю. Короче, мы уже юмпу подобрали, второй шлем подобрали, и вы сами понимаете, что это новая карта, это новый папк, это новое или не новое? Что новое? Что у тебя новое или не новое? Короче, скоро выходит обнова, я знаю, там будет новая снайпа, и я уже ее протестил на тесте. Если ты не смотрел, то заходи на стрим, и там будет теста. Ну, типа, тест. Я не вижу, чтобы кто-то пас, поэтому ну, нормально. Хорош, хорош. А что ты такой агрессивный, а? Ты агрессивный типа игрок, да? Ой, агрессивный игрок. Сейчас мы тебя успокоим, агрессивный игрок. Ну-ка. У меня нет прицела. Да! Без прицела, просто с мушкой тебя. Бр-бр-бр. И все, и тебя нету. А? Кто есть? Шмыга есть, тебя нет. Дать все эти домики слева, поэтому ну вот эти вот домики увидите, да? Поэтому все нормально. Ты че, лошара, папа, сегодня погощаляля? Вот только я сказал, что мосты, короче, не мосты. Что за песос? Че ты там делаешь вообще? Зачем ты это делаешь? Почему ты по машине не стрелял? Что ты сделал? Вон башка торчит, побежал. Куда ушел? Хз, да? Гусь готов. Принимайте гуся. Вот этот чувак, стопудово вам говорю, он был в этом мазафака ресорте. Paradise Resort. Он, короче, раньше побежал, а я позже побежал. Поэтому он тут оказался впервые меня или не впервые меня. Ну, короче, он оказался здесь. What the fuck? Сам не знаю. Но еще стопудово слева будут чуваки из Paradise Resort. Потому что это сраная говнище, которая тянет людей за собой. За собой или не за собой, не знаю. QBC решает или не решает, как вы думаете? Так, говнище надо подсобрать немножко, да?
Мы, в принципе, в зоне, можно лежать как тараканный червь. В смысле, жопный червь, но мы будем тараканный червь. Окей. Уля-ля, кто-то на тачке гонит. Уля-ля. Сейчас его можно будет снять, если он покажется у нас. Да? Так. Опа-па-па. Так вы себе. Зачем врезался-то? Господи, вот дурында. Дурында. Зачем так делать? Непонятно. Но, внимание, если машина ехала, то если кто-то есть здесь на горе рядышком, то они все такие типа: «О, он убил машине чувака, надо сейчас посмотреть на него. Сейчас мы на него посмотрим, и мы убьем его. Что, не будет такого? Опа. Нет, кто-то здесь есть. Слева кто-то есть, он убил чувака, написали даже. Где он? Зона пошла. Ну. Сладенький, где ты? Где ты, сладенький? Чу-чу-чу-чу-чу. Я даже не попал. Ты лошара, что ли? Алло. Ты Ёптить-моптить. Ты потратил столько... О, боже. Шмыга, ты лошара, ты понимаешь? Ты потратил столько. Это достойно уже дизлайк. Он упал вместо того чувака, на самом деле, потому что тот должен был упасть, но он не упал почему-то. Я хз, почему он не упал? Потому что я ни разу в него не попал, да, все правильно. Вы провидцы, да? Не, удача мне благоволит, поэтому я думаю, что сейчас будет топчанский, прям такой, прям, ух, топчанский топчанского! От зоны он еще не умер, но он где-то левее. Очень намного левее где-то. Опа, справа где-то слева. Но этот чувак, видите, еще живой, поэтому он где-то слева бежит. Опа-па! На! Уху! Сквозь кусты. Люблю стрелять сквозь кусты, если ты понял, о чем я. Так, ну это топчик, стопудово. Шесть живых, и я. Зона пошла. Все, это топчик. Стопудово, пацантра. Это топчанский. Я вам отвечаю, это топчик. Это просто топчик. Это топчанский. Что это было? What the fuck, motherfucking mama? Что это было вообще, а? Как ты здесь лежишь у камней? Ты что, дурак, что ли? Что ты делаешь вообще здесь у камней? Я чуть не обосрался. Что было такое? Непонятно. Эй, там зона. Ты готов или не готов умирать от зоны, а? Надо выбрасывать патроны и что-нибудь забирать у него из этого. Или не надо? Ух. Пять живых. Но это стопудово топчик. Шмыга к топу. Ух. Шмыга кто куда? У него обычное оружие, ничего такого. Да, ползем или не ползем? Ползем или не ползем к топу? А? Топчик должен быть наш. Наш топчик! Четыре в живых. Ну. Где ты, мазафака? Мазафакер. Что-то я тебя не вижу. Зона у меня... Опа-па!
Сдохни, сдохни! Сдохни, мазафака! Это что за прикол? Шмыга кто пойдет? Ты чё, алё? Какие камни? Никаких камней. Алё! Алё! Простите, ребят, не сдержался. Ну что это такое было, а? Что это такое было? Мне кажется, это полный провал. Эй! Снова с вами Шмыга! Или не Шмыга, или не Шмыга. Ну, короче, еще я прикалываюсь. Просто, короче, мы играем уже какую катку, я не знаю. Короче, эта катка будет топовой, я вам обещаю, серьезно. Я уже сделал минус 4. И вру, минус 10. Минус 10 я уже сделал, я уже топовый игрок. Грену бы ему туда кинуть, да? О, что? Алло, PUBG. О, господи, опять этот PUBG, он начинает такую хрень. Вот реально, у него в PUBG... Да, уже понятно, что я его не убил, короче, и там еще слева чувак один, точнее, для нас справа. Ну, если мы повернемся лицом, то справа, короче, неважно. В PUBG большая проблема с регистрацией пуль. Это меня просто раздражает. Раздражает. Потому что ты стреляешь, не попадает. Он стреляет, тебя выносит половину хп. Ну, как сейчас, например, да? Он мне в голову вообще попал. Что это? Как это может быть? Почему? What the fuck? Мы с вами, в принципе, в зоне. Опа-па! Опа-па-па-па-па! Лё! На-на! На-на! Здесь работает Шмыга! На-на! Работает Шмыга! В принципе, можно забрать его шлемчик, да, потому что я работал по телу, я грамотный, я такой, типа, а, у меня коцанный шлем, я буду работать чисто по телу. Да не, прикалываюсь. Короче, попал как попал. Коряга зато у него есть, это отлично, и, в принципе, хилки. У меня хилки, у меня, в принципе, все есть, да, но, как бы, хилки немножко помог. Опа-па! Спереди кто-то был, спереди кто-то ползет. На 340 где-то. Где-то там, хз. Где он? Братиш, покажись! Ёпки! Жесть, да? Просто в жопу мне забегает из зоны. Алло, братишка, не на того напали, да? Там еще кто-то ползет, короче, спереди меня, 340, короче, по траве. 13 человек выживших, 11 уже, 5 я убил уже. Я красавчик, я монстр хайд. Но ничего не поделать, надо ползать как полный ушлепок. Да, это игра этого хочет.
Вот в этих домах, по идее, кто-то... Опа-па! Справа где-то там... Так-так-так, там кто-то... Ну вот этот пацан, мазафака, его не видно ни хрена, да? В домах стопудово здесь кто-то есть. Стопудово где-то в домах. Там кто-то ползал. Я... Хз, может быть это пиксели, фигиксели, шушмиксели, шубаля-каликсели, калика-саманана. Короче, в домах кто-то есть стопудово. Сейчас мы подождем зону. Мы ползучие эти угри. Ползучий угорь. Опа-па. М24 было где-то слева. М24 слева. Че, в домах никого нету? Как это? Что за бред? О, зона под меня. Это отлично. Это к топчику. Это к топчику, пацаны. Это к топчику. Продолжаем ползать, как самый главный ползун. Это Брюс Уиллис в первом «Крепком орешке». Помните, он там такой в этом вентиляции такой. Вот мы так же. Сейчас мы подождем зону, зона пойдет и все побегут. Опа, опять слева М24 пострелял. Так. Так. Опа-па! Наш клиент, убиваем. Ну ёптить. Ой, хорошо. Давай нормально попадай. Ну. Надо. У дерева, давай. Хорош. Ну, в смысле, я хороший, а не вы хорош. Вы хорош тоже или нет? Ты хороший или нехороший? Мне все время чуртится, как будто слева кто-то скотина ползет. По кустам, мазафака, ползет по кустам. Четыре в живых, это топ, ребята, это топ, ставьте лайки, это топчанский. Сейчас шмыга затащит, как не бывало, он просто всех разнесет в тюрьму. Так, это что за М24, он задолбался с М24 стрелять. Все шмыганский, так, а? Как терминатор, да, как плавучий терминатор, такой. Ну, типа того, да. Но это не звуки из порно, это просто терминатор. Ну, что у нас через раз? Ну, давай, я в тебя верю, да, давай. Кто где? What the fuck? Зона уже подошла, вас нигде не видно, вы что, прикалываетесь? Алло? Где вы? Я хочу топ, шмыга хочет топ. Где вы? Покажи. Что за бред? Где они? Игра! Лол. What the fuck? Где ты? Я бегу за топ. Что за приколы? Где мазафака игроки? Вы видите, какая зона? Она милипиписищная, или как это называется, я не знаю. 4 человека в этой зоне, мазафака. Я никого не вижу, что за прикол? Вот. Что за приколы? Где игроки?
Шмыга идет в топ-1. Где вы? Покажитесь. Сзади никого нету, справа никого нету, никого нигде нету. Чё за приколы? Шмыга хочет топчик, топчика нету. Где мой мазафака топ, а? Что за приколы? Зона пошла, никого нету, смотрите. Никого вообще нету. О. Вы чё, прикалываетесь? Уля-ля, Грена. Минус. Справа где-то был. Справа где-то был! Справа! Справа волбалю. Вон он! Минус! Еще где-то один! Один на один! Скотина, папа, тварь! We'll be right back.